Оказавшись в окрестностях Москва-реки, Долгорукий решил остановиться в большом богатом селе Кучково у местного боярина Степана Кучки. Но боярин не обрадовался высочайшему визиту и должных почестей князю не оказал. С чего бы их оказывать? Степан Иванович сам считал себя здесь хозяином. Юрий Владимирович, не стерпя хулы той, повелел боярина схватить и смерти предать. Князь же, обозрев очами своими по обе стороны Москвы-реки, возлюбил села эти и повелел на месте том поставить малый деревянный град по названию реки той – Москва-град. Села Степана Кучки сейчас являются районами Москвы. Село Кучково, центр боярской вотчины, располагалось на месте нынешней Лубянки. На Боровицком холме, там, где сегодня стоит Кремль, Юрий Долгорукий велел строить деревянную крепость. Сооружение с протяженностью стен около 1200 метров заняло треугольник между нынешними Боровицкими, Троицкими и Тайницкими воротами –